На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос. По каким критериям можно понять, что ты готов к созданию семьи? Есть в Ветхом Завете, в книге Тавита, удивительные слова. Молитва Тавии. «И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею». Вот когда это не только движение молодой плоти, а когда это желание прожить всю жизнь с человеком, когда это такая любовь и одновременно просьба Господу, чтобы он помог и благословил, вот тогда вы уже готовы. При этом, конечно, чисто человеческие качества, их очень трудно собрать, пока вы не женитесь понимаете? Потому что женитьба очень много выявляет того, в чем человек не готов. Ну, так было со мной, например. Я же не был до этого женат, у меня не было такого опыта. Поэтому да, оставить человек отца свою, матери свою, прилипиться к жене своей, ты строишь совершенно другую уже семью, домашнюю церковь, ты раньше этого не строил, и, конечно, ты не умеешь этого делать. Парадокс в том, что чистый человек, который не пробовал других отношений, ему значительно легче построить нормальную семью. Два человека, которые до брака сохранили целомудрие, им легче построить счастливую семью, где есть и иерархия, и уважение, и взаимная любовь, и умение выслушать, все это соблюсти, сохранить и принять как благословение от Господа. Вот поэтому готовность к браку – это не только какие-то механизмы характера, это не только там сила, мужественность, способность Взять на себя ответственность это еще и чистота. Вот если мы посмотрим вокруг, то мы увидим, что, по-моему, 84 или 85 браков из 100 у нас в стране распадаются. Это люди, которые приходят в ЗАГС и говорят: мы любим друг друга и хотим жить вместе, мы теперь будем семьей. Проходит год-полтора, три, пять, семь, и оказывается, что у них не получилось. Это были взрослые, красивые, сильные люди. Казалось, они готовы, оказалось, а нет. Почему? Потому что все начинается потом, когда надо строить семью, когда надо смиряться, когда надо уметь закрыть рот, когда надо уметь забыть себя и послужить ближнему, помочь ему и поступить не так, как ты хочешь, а так, как сейчас нужно ему и так далее и так далее. Вот эта готовность, она воспитывается вне брака с детства, если человек умеет жертвенно любить маму, папу, бабушку, дедушку братика маленького, когда хочется снова быть пупом земли, а теперь нет. Теперь есть маленький братик или сестренка. Такой человек, вступая в брак, значительно больше готов к нему, чем человек, получивший профессию, умеющий постоять за себя и так далее. Вот эти качества, прежде всего, качество умения жертвенной смиренной любви, это самая главная подготовка к браку. Поэтому вот обратите на это внимание, и тогда ваша семья состоится, и действительно вы будете счастливы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.